Добрый день! Сегодня я расскажу вам о функциях коммуникации в электроустановочных изделиях Schneider Electric. И начну я с розеток для интернета. Такие розетки имеют стандартный разъем, который называется RJ45. С обратной стороны розетки к нему подключается непосредственно сам интернет-кабель – витая пара. Кабель для домашней сети бывает разных типов. Есть отличия по скорости передачи данных. Категория 5E – это наиболее распространенный формат для домашнего интернета. Кабель такой категории может передавать данные со скоростью до 1 гигабита в секунду. Существуют еще категории 6 и 6А, но категория кабеля 6 встречается редко и сопоставима по скорости с кабелем категории 5E. А вот кабели категории 6А отличаются более высокой скоростью передачи данных до 10 гигабит в секунду. Правда, такая скорость и оборудование, которое ее обеспечивает, редкость для домашнего интернета. Стоит отметить, что кабель, который подходит к нашей интернет-розетке, различается еще и по типу защиты от электромагнитных наводок и помех, которые могут снижать скорость передачи данных. Такая защита в кабеле называется экраном. Самый простой неэкранированный кабель имеет обозначение UTP. Как я и сказал, он может быть восприимчив к внешним наводкам и помехам от других кабелей, расположенных рядом, и источников радиоизлучения, такие как мобильные, радиотелефоны, Wi-Fi роутеры и СВЧ-печи, что может снизить скорость вашего соединения. Экранированные кабели обозначаются как FTP и STP. Они имеют специальный защитный экран, выполненный в первом случае в виде фольги, которая находится под оболочкой кабеля и защищает от наводок высокой частоты. А в случае STP экран выполнен в виде металлической оплетки и защищает от наводок низкой частоты, 50 Гц, которые создают кабели питания 220 Вольт. Механизмы интернет-розеток Schneider Electric в сериях Merton, Unica и ADAS обладают современным зажимным механизмом, который не требует дополнительного монтажного инструмента. Это делает монтаж интернет-розеток доступным и быстрым. Телефонные розетки имеют обозначение RJ12 и внешне похожи на интернет-розетки. В линейках розеток и выключателей Schneider Electric телефонные разъемы часто бывают совмещены с разъемами для интернета и находятся в одной розетке. Это экономит пространство и аккуратно подводит необходимые информационные разъемы к вашему рабочему столу. Различные комбинации интернет и телефонных разъемов представлены во всех сериях розеток от Schneider Electric любого ценового уровня и дизайна. Одна из самых востребованных функций дома – это ТВ-розетка. Разъемы для подключения ТВ-антенны и спутникового телевидения могут быть совмещены в одной розетке. Нужно помнить, что ТВ-розетки бывают разных типов. Одиночная ТВ-розетка самая простая и подойдет, если нужно подключить к вашей антенне один телевизор, либо подключить к телевизору антенный провод от разветвителя. Если вы собираетесь подключить последовательно несколько телевизоров, допустим, в разных комнатах, вам потребуются проходные ТВ-розетки. Такие розетки имеют разный уровень затухания сигнала, но для квартиры или дома эти значения не принципиальны. Подключить проходную ТВ-розетку очень просто. Антенный кабель заводится на разъем входа и далее выводится через выход, обеспечивая последовательное соединение всех телевизоров в доме. Такая схема подключения экономит расход антенного кабеля. Важно отметить, что если применяется проходная схема подключения, то на последней точке антенны необходимо использовать специальную оконечную ТВ-розетку, которая корректно замыкает кабельную линию, обеспечивая качественный сигнал.